Я обещал вам рассказать, как зарабатываются деньги на срочном рынке недавно. И сейчас я хочу как раз именно об этом рассказать. Сегодня я завел на срочный рынок там 100 тысяч рублей и провел несколько сделок, всего 4, вы это увидите. Я комментирую, как я это сделал, когда я это сделал, почему я это сделал. И заработал в результате 13%, то есть 13,4% от этой суммы, то есть 13 440 рублей. Вы это увидите прямо вот наглядно, как я это делаю. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Сейчас жду открытия биржи. 9 часов 57 минут. На бирже у меня сейчас вот на срочном рынке 100 тысяч рублей. И я поставил две стоп-заявки. Одна заявка Take Profit и стоп-лимит на продажу. То есть доллар вырос, есть вероятность того, что он опустится вниз. На продажу вот она стоп-заявка. Ну, практически по текущей цене продавать. Отступ от максимума 240, защитный спред 100, количество 10 лотов, то есть 10 тысяч долларов. И тут же стоит ограничение. То есть, если резко пойдет вверх, то стоп-заявка стоит на покупку доллара по 59 рублей. Вот. И аналогичная заявка на покупку стоит. Если он опустится ниже, чем 54 837, то аналогично я покупаю 10 лотов. Посмотрим, что сейчас произойдет. Смотрите, торги открылись, доллар скакнул вверх, но не сильно. Сейчас заявка стоит в режиме расчета, вот она активно рассчитывается, и соответственно она будет продана, как только доллар опустится вниз на сумму вот. Вот он сейчас сработал. Смотрите, что я сейчас делаю. Я сейчас опускаю стоп-заявку на покупку. В начале торгов идет активная поток заявок, и поэтому идет задержка по времени сильная. Ставлю стоп-заявку на покупку. Если ниже, чем 57, ну, пускай будет. А, нет, вот. Вот она опустилась все-таки. Все. Видите, какая задержка. Ну вот, посмотрите, я уже заработал 1160 рублей по вариационной марже. Сейчас я беру, ставлю, опускаю заявочку стоп на безубыток. Куда-то сюда. Mm-hmm.
Что-то с китайским юанем. Там, судя по всему, он скакнул. Прерывались торги китайским юанем, снова возобновились. Снова возобновились. Давайте попробуем найти китайский юань. Что с ним? Китайский юань. По евро то же самое. По доллару то же самое. Возобновлены. Так, давайте посмотрим, что с китайским юанем. Это фьючерс на китайский юань. Так. Фьючерсами активно не торгуют. Давайте посмотрим, что с рублями. Нет, вот все нормально. Это фьючерс, торгуется вполне себе. А это валютные торги, это валютный рынок по китайскому юаню, а вот это срочный рынок по китайскому юаню. Ну, нас интересует доллар все-таки. Юань пока скинем в сторону. Вот он, по-моему, метод РТС. Так, закрываю окна ненужные. Так, ну, пока я в прибыль. Вариационная маржа 11 тысяч, то есть я заработал 10%, грубо говоря, можно идти спать. Вот. Сейчас я опущу немножечко вот так вот. Стоп-лимит. То есть, смотрите, прошло 8 минут с открытия биржи, у меня уже плюс 11 тысяч, ну, плюс 12 тысяч. По вариационной марже это я пока не зафиксировал. Потому что, что ее фиксировать, когда она, когда доллар снижается сейчас. Видите, что заявочки идут очень медленно. В смысле, торги идут очень активно, поэтому все происходит достаточно медленно. Да, вот на открытии. Это предупреждение, что если цена останется на евро в том же диапазоне, то будут торги приостановлены. Так. Ну, я думаю, что можно фиксировать прибыль. Где-нибудь вот здесь.
Так, стоп, заявка зарегистрирована. Ой, кажется, я сейчас зафиксирую прибыль и все. Да. Вот оно. Вот видите? 55 899. Закрыто. Я заработал 14 000. Ну, в общем, так сказать, пойду отдыхать. Посмотрите, прошел час с начала торгов, более-менее устаканилось. Я поставил заявки чисто на продажу 10 лотов. И выставил заявку на покупку 10 лотов. То есть, если цена вырастет, вот до сих пор 10 лотов будут проданы. 10 фьючерсов. Если цена опустится до сих пор, то будут куплены. Хорошо, если будут обе заявки исполнены. Ну, а сейчас я хочу поставить, обязательно я ставлю всегда стоп заявки, потому что, ну, чтобы ограничить убытки. Вот как я это делаю, смотрите. Вот, стоп заявка на продажу. Ну, пока он ближе к продаже, стоп заявка на продажу. Стоп-заявка по исполнению, то есть я ограничиваю свои убытки. Вот, take profit и стоп-лимит я обычно ставлю. Смотрите, что я делаю. Take profit, если цена меньше либо равно. Ну, вот текущая цена 56 750. 56 750. И сейчас отступ будет... Ну, пусть будет 200, спред, пусть будет 60. Вот, и стоп-лимит, если цена выше, чем 57, вот здесь вот важно, скажем, 720. Вот, то есть я ограничиваю свои убытки 20 копейками на каждом долларе. Собственно говоря, так, take profit, стоп лимит, если цена больше, ой, боже мой, я же не то сделал, значит, здесь 820, так, здесь 2060, да, все. И то же самое я сейчас сделаю на вот она. И то же самое я поставлю на покупку. То есть, если вдруг доллар обвалится, то, собственно говоря, если я куплю вот по этой цене, то я то же самое буду ставить, фиксировать прибыль и ограничивать убытки. Вот таким образом. Продавать. Take profit. Если цена больше либо равно, чем, ну, те же самые 56 800. 56 800. Отступ, ну, пусть будет те же самые 200, спред 60, и стоп-лимит, если цена меньше, чем 55 500, четыреста девяносто восемь
450. Вот. Ну и, в общем, спокойно ухожу. Смотрите, что произойдет. Произойдет следующее. Если цена поднимется вот до сих пор, то я продам эти доллары. И если цена пойдет дальше вверх, то, в общем, вот это вот будет мой максимальный убыток. Если цена пойдет вниз, то вот куда-то она сюда придет. Включается стоп-заявка. Если она пошла вверх, то значит здесь будет отсечка где-то, ну, через 200 пипсов. Но если она пойдет вниз, то она будет потихонечку опускаться, ничего не будет продаваться. Чем ниже, тем лучше. Как только она пойдет вверх на сколько там отступ от минимума, то, собственно говоря, произойдет сделка. Вот таким образом. Ну а сейчас я, в общем, могу смело удалиться и отдохнуть немножечко. Так, я сходил в лес на прогулку, вернулся, час погулял, смотрю, заявка на покупку исполнена, стоп-заявка, которая условная, я только что снял, и сейчас ставлю безусловную стоп-заявку, потому что, стоп-заявку по исполнению я не могу менять, а условную я могу менять. Поэтому ставлю заявочку. Вот сейчас новая стоп-заявка. Смотрите, у меня сейчас 10 купленных фьючерсов. Значит, поэтому я ставлю ее на продажу. Take Profit и Stop Limit. И, значит, я ставлю Take Profit где-то вот здесь, чуть выше средней линии, 56. Take Profit, если цена больше, чем 56. То 200, 300, 56, 296 пусть будет. Так, отступ от максимума, ну, по-прежнему поставлю 200 пунктов. Здесь пусть будет 60. Так, стоп-лимит 55, 500, 50. 500 поставлю. И здесь поставлю 55 200. Ну и понятно, что 10. То есть закрыть текущую позицию. Все, я это поставил. Так, где они у меня? Что-то у меня не так. Активно. Вот она. Так, сейчас мы ее поменяем. Видите, я случайно поставил неправильно, поэтому 5550, поэтому 55 500 я хотел поставить, нолик не встал. Стоп-заявки чем хороши? Тем, что их можно изменить.
Вот она зарегистрирована, и сейчас я ее буду немножечко двигать вот сюда. Ну, чтобы минимизировать возможные убытки. Вот. Теперь ее можно двигать. Собственно говоря, вот так. Очень медленно работает. Сейчас я попробую переключиться к другому серверу. Итак, друзья, я сейчас вы видите результат за день. Первая сделка, вы видите, самая крупная, ну, в начале открытия биржи. Там я заработал 15 тысяч рублей. Значит, смотрите, дальше вторая сделка была покупка и продажа. Осуществилась по стоп-заявке, то есть там зафиксировался небольшой убыток. Вот. Потом еще одна покупка и еще одна такая же срабатывание стоп-заявки, ограничение убытков тоже сработало, то есть небольшие убытки я понес. И уже к вечеру я сделал одну покупку, вот здесь вы видите в конце, и потом цена пошла вниз, в общем, так сказать, зафиксировал, ну, тоже по стоп-заявке, но уже стоп-заявка была на безубытке. И результат вы видите какой. Плюс 13% за день. В общем, сколько заявок всего, сколько сделок? Раз, два, три, четыре сделки всего за один день. И вся основная прибыль была за первые 8 минут. Вот такая история. Так происходят торги. Ну, а если вы хотите научиться также торговать, то, пожалуйста, во всех подробностях курс «Биржа для чайников», он для вас. Там как раз я вот именно вот все-все-все вот это вот в самых-самых подробностях рассказываю, как ставить стоп-заявки, что такое стоп-заявки, что такое стакан, что такое графики и так далее для самых-самых-самых чайников. Я это рассказываю, и кроме того, идет поддержка, потому что есть группы соответствующие для тех, кто закончил этот курс, для тех, кто идет курс, то есть сопровождение, оно происходит. То есть, если вы хотите научиться зарабатывать, а сейчас вот как раз такое время, когда почему бы не зарабатывать на таких вот скачках. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание и до встречи. С вами был Демидков Юрий. Как всегда, лайк, подписка и до встречи.